Приветствую вас, мои друзья и подружки на моем канале. И что я вам сегодня хочу рассказать и показать. Хочу показать, как мы работаем. Вот был заказ на BMW. Мы пригнали его. Пригнали, оформили все полностью. Там страховку, техосмотр полностью, как хотел клиент, все сделали. Всю документацию, как надо. Там на контракты, все полностью. Да, BMW в обалденном состоянии, 2010 год. Как бы на этот год она вообще в идеальном состоянии, можно сказать. Вот мы нашли, совсем недорого. Я много не буду снимать, потому что как бы клиент очень хотел ее уже поиметь. И как бы я так слегонца быстренько заснял, еще погода была какая-то не очень дождливая. И я так, чтобы чуть-чуть заснял, чтобы вам показать, и отдал аппарат клиенту, как бы. Да. Смотрите, в этом выпуске именно будет про BMW первой серии. Она сделана, вообще она круто сделана. Да, она под М-ку как бы сделана, но это не М-комплект. Все-таки М-комплект, он бы стоил намного дороже. Вот, и что я еще хотел сказать. В этом выпуске я вам покажу BMW первой серии. И в следующем выпуске будет у нас Jeep. Jeep новый, прямо с салона, там 19 тысяч наезжено только. Вот, он прямо с салона, это Jeep Compass. Это в следующей серии, но в этой именно будет BMW первой серии. Вот, смотрите. И, конечно, я благодарю вас за лайки. Если ты еще не поставил лайк, так ставь. Вот, это меня мотивирует делать новые видео, новые. Еще лучше стараться как-то их сделать. Я пробую по-разному, в разных форматах. Вот, чтобы не было одинаково. И пиши комментарии прямо сейчас. Вот пиши комментарии и скажи, как тебе этот формат. И если тебе нравится, напиши «мне нравится». Если не нравится, напиши «мне не нравится». И напиши, что именно нравится или не нравится. И я буду пробовать, чтобы это все сделать еще лучше. Вот, как-то так, все. Всем респект, пока, наслаждайтесь видео. Ну вот, первые эмоции, первые ощущения, вот как я вообще, я думал, реально это М-комплект. Но потом уже, когда я полностью поговорил с продавцом, посмотрел под капот и посмотрел документы, я понял, что это не М-комплект, она просто сделана под него. Но она тоже хороша, я вам скажу, она хорошо дает копоти. Ну что, друзья, что я вам скажу? Это вообще круто, и она так дает жару, под собой вырывает асфальт просто. Да, я заснял именно вот как она есть, вот так вот стоит, припала пылью, все там, вот, вообще не успели ее ни помыть, ничего, не почистить. Да, и это я вам скажу, это круто, это первый взгляд, это первые ощущения, это первые эмоции, это вы просто ощущаете, как оно есть, вы видите, как оно там есть вообще. И это, я думаю, это большой плюс. Но состояние, я вам скажу, там вообще обалденное. Такое надо еще поискать. Вот как-то так. Поехали дальше. Ну что, вот она, моя красавица. Ну а моим самым лучшим подписчикам в мире, конечно, респект вам, ребята. Да, и это BMW первой серии, 2.0 мотор, дизель, там 120 тысяч пробега в ней только. Вот, это отлично,
кстати, состояние хорошее, мотора, состояние вообще всех деталей, ходовка, все отлично. Я сам ее пробовал, я на ней ехал, и как она берет разные там препятствия, как бы, ну, всякое в дороге случается, да, и все как бы отлично, вообще молодец. Я вообще очень рад за нее, она очень классная. И вот, и скажу, все круто. Да, что я еще хотел вам сказать? Я хотел сказать, что мы делаем как под заказ, так и типа уже выбранные вами машины. Мы делаем полностью весь комплект документов, мы делаем все. Мы делаем полностью все, что от нас зависит и что хочет клиент. Мы делаем все, что в наших силах. Я думаю, в наших силах очень много. Так что обращайтесь и не стесняйтесь. Все ссылки, куда можно обратиться, все ссылки под видео. Вот как-то так. Спасибо вам большое, ребята, за то, что вы посмотрели этот ролик. Вот, и что я вам еще хочу сказать? Хотел обратиться именно к хейтерам. Хейтеры, это к вам обращение. Мой вам совет, просто не завидуйте никому. И все у вас получится, все у вас тоже будет хорошо. Как бы от зависти вы стоите такими злыми, пишите всякие гадости и ставите дизлайки, там еще что-то. Ребята, просто не завидуйте, все у вас получится, все у вас будет хорошо. Я вам обещаю. Все, всем респект, всем хорошего настроения, обалденного. Всем желаю удачи и всего самого-самого наилучшего. Всем пока. Вот как раз снимал видео, и вот такой вид появился. Круто.